Звуки казачьей песни разносятся по всему концертному залу Центра культуры «Родина». Народный ансамбль «Зорница» встречает участников первого всероссийского форума мастеров-ремесленников в Анапе. Ваша работа и то, чем вы занимаетесь, это есть основа для сохранения нашей культуры, нашей идентичности, всей нашей большой территории. Хочу вам пожелать, помимо творчества, таких новых, может быть, эмоциональных порывов, которые вы сегодня сможете приобрести. Найти возможность еще отдохнуть, потому что у нас в Анапе весна, у нас солнце. От души вас поздравляю, желаю вам активной работы. Форум на море – проект Анапского артсообщества, реализованный при поддержке фонда президентских грантов. Уникальное событие для курорта призвано развивать народные художественные промыслы и ремесла, а также туристический потенциал города. После официальной части открытия спикеры перешли к дискуссии. Первой выступила Людмила Тимакова с темой «Инклюзия и ремесло». Если кто-то из вас собирается открыть или развить вот это направление инклюзивной мастерской, вы можете обратиться к нам, к спикерам, в том числе ко мне, и мы расскажем, подскажем, направим на путь истинный. Ну и я думаю, все дни обучения вы это поймете, что на самом деле это все несложно. Поэтому будем нести добро вместе. Продолжили дискуссию еще 6 спикеров на различные темы. Но самое интересное гостей ждало в холле Центра культуры «Родина». Это, конечно же, выставка работ. Об этом расскажем в нашем следующем репортаже. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.